Всем привет, ребята, с вами Крем-шоу, и сегодня я покажу вам парад поездов. У нас будет парад поездов на станции Малиновка. Ну что ж, поехали. Первый у нас на очереди вот такой вот поезд. На очереди вот такой вот поезд. Он выглядит вот так вот. Вот так он выглядит спереди. И вот так посередине. Вот такой вот поезд. Вот так он выглядит сверху. Обычный поезд и токоприемник. Следующий у нас на очереди вот такой вот состав. Сейчас чуть-чуть его подтолкну. Все. Теперь нормально стоит. Да, нормально. В общем, этот поезд выглядит вот так. Такой синий, с красной полосой. Вот так он выглядит спереди. Так, сверху. Ну, они все одинаково выглядят сверху. Ну, вот так вот они выглядят внутри. Такой вот поезд.
следующий у нас на очереди. Вот такой вот поезд. Вот так он выглядит снаружи. Тоже синий, тоже как красная линия и белые двери. Вот так он выглядит спереди. Вот так выглядят кабины. Ну, они особо ничем не примечательные. Просто пустое пространство. Вот такое вот. Следующий у нас на очереди вот такой вот состав. И опять надо подталкивать. Все, вот так выглядит этот поезд звуку-то. Такой розовый, красивый. Кстати, предупреждаю, этот состав ездит в токийском метро. Вот этот тот состав ездит в токийском метро. Ой, простите. Вот такой вот поезд. Вот так он выглядит внутри. Такой розовый, такой красивый. Следующий на очереди вот такой вот поезд. Он тоже, кстати, используется в Японии. Сейчас только опять чуть-чуть подтолкну. Все, есть. Вот такой вот поезд. Вот так он выглядит тут. Снаружи. Синяя красная полоса и белые двери. Но уже красная полоса.
Не проходит по двери. Кабина уже выглядит чуть-чуть по-другому. Не тут окно, тут дверь, а тут окно. А тут большое окно, дверь и маленькое окошко. Вот так он выглядит внутри. Вот такие вот никому не примечательные сиденья. Ну а так спереди выглядит состав. Следующий у нас на очереди вот такой вот состав. Вот так. Да, теперь все нормально. В общем, вот так выглядит этот состав. Это состав чисто майнкрафтовский. Он нигде, нигде не используется. Ни в каком городе. Он выглядит вот, вот так. Вот так он выглядит тут, снаружи. Вот так выглядит внутри. Вот так выглядит сверху. Вот так выглядит кабина. И так выглядит спереди. Вот такой вот поезд. У нас на очереди вот такой вот поезд. Вот так он выглядит. Так он выглядит. Снаружи белый и оранжевая полоса. Спереди он выглядит вот так. Кстати, этот состав чуть-чуть похож на ежик. Ну, на ежи. Ну, типа, здесь три стекла, посередине дверь. Линия посередине. Короче, вот так он выглядит внутри. Белый салон и голубые сиденья. Thank you.
мешает на парад поездов. Вот такой вот поезд. И да, он длиннее, чем я думала. Вот очень-очень длинный. Вот, вот так выглядит он спереди. Вот так внутри. Так сверху, ну и так сбоку. Кстати, эти поезда тоже ездят в токийском метро. И наш парад поездов и видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем побольше положительных эмоций. Всем пока-пока! Пока-пока!